он отправился прямиком к ближайшей речке. Сереж. Подошел Геннадий к реке. А вода ровная, ровная. Смотрит, в глаза всматривает. Шастун. Геннадий решил поправить акваланг. Трубка для кислорода помещалась в его рот не полностью. И медленно снял одну лямку с правого плеча, затем лямку с левого плеча. Действительно, куда спешить? Ведь утопленнику хуже уже не станет.